Це територія частини Вознесенівського ринку, що розташований в самому центрі Запоріжжя. Людне, густонаселене місце з гарною транспортною розв'язкою. До новорічних свят тут планують відкрити ярмарок-продаж для сільгоспвиробників. Площі дозволяють розташувати як малий, так і великотонажний транспорт для реалізації товарів. Вознесенівський ринок надасть преференції саме запорізьким аграріям та фермерам, дрібним виробникам продуктів харчування, щоб з одного боку підтримати своїх, запорізьких, з іншого – надати можливість споживачу купити продукти з перших рук по привабливим низьким цінам. Площі охороняються, оснащені електропостачанням, мають два заїзди з вулиці Перемоги та з набережної магістралі. Поруч кафе, туалети, вся необхідна інфраструктура для торгівлі. З задоволенням представляю вам наших сьогоднішніх гостей. Це Дмитро Матюхін, керівник сільськогосподарського підприємства, та Анатолій Горбатов, голова Федерації роботодавців ринків в Запорізькій області. Вітаю. Вітаю вас. Давайте поговоримо на складну, я так думаю, тему, про можливості реалізації продукції сільгоспвиробників. І в зв'язку з цим обсудимо ціноутворення. Це вже буде цікаво споживачеву цього усього. Несколько слов о нашому бізнесі. Ми вирощуємо, у нас сімейний бізнес, ми вирощуємо гриби шампіньйони. Причому вже дуже давно ми це робимо. І ми продавали, покупали спочатку в Києві, в Київській області, привозили сюди, в Запорожжя. Затем відкрили своє підприємство з 2010 року, построїли вже по хорошим європейським стандартам підприємство і вирощуємо более 40 тонн шампиньонов в месяц, каждый месяц. Так вот, вопрос, из чего формируются цены? Цены у нас в области очень часто формируются из других областей. Да? Если, например, в Киеве переизбыток продукции, вот, его везут по разным областям другим. И сюда, в Запорожье, соответственно, приезжает дешевая сельхозпродукция. В Донецке на большом предприятии переизбыток. Везут куда? Ближе всего, конечно, в Запорожье, в Донецкой области, там еще сохранились предприятия. Это называется конкуренция, это же добре. Да, это очень хорошо, но это же бьет по нашему производителю, когда мы вынуждены опускать цены и продавать свою продукцию, скажем, по себестоимости, только потому, что это скоропортящаяся продукция, дабы ее не выбросить. Ми повинні бути в одній ціні. Анатолій Федорович, вам не здається, що ця проблема вирішується шляхом створення кооперативів? І от тої кооперації, яку ми загубили? Так, да, тут і ходовка, можна сказати. Я зараз хотів би підключитися з питанням, яке з пропозицією вийшла Федерація роботодавців при підтримці обладміністрації, канадського проєкту, жінок і фермерів. Я постоянно выслушивал на всех совещаниях вот эти проблемы. И когда мы рассмотрели позицию на Вознесеновском рынке, то оказалось, что в связи с тем, что сейчас происходит, в какой-то степени свернулась работа или уменьшилась объемы, появились супермаркеты и так далее, и так далее. Но сразу попутно говорю, что надо еще отличать качество тех продуктов и качество, которые поступают от производителей. И мы решили дать возможность на базе Вознесеновского рынка сделать площадку, причем непростую площадку. Здесь есть как коммуникации все, электрообеспечение, значит, есть персонал, который может создать определенную логистику для того, чтобы сделать назовем ее постоянно действующую ярмарку для начала, а там уже как жизнь покажет. Что это позволяет? Во-первых, есть сфера услуг вокруг. Во-вторых, есть люди, которые занимаются охраной. То есть есть помещение, где можно продукцию хранить на какое-то время. То есть вся инфраструктура уже есть, то есть не надо строить. Осталось за малым, то есть завести сюда наших производителей с Запорожской области, а может быть из других областей, фермеров, наладить между ними отношения определенные. Вот. И это даст возможность напрямую работать
производителю, назовем так, там и фермеры, и частные подключаются, они будут получать немножко больше, чем когда они сдают перекупщику, а потребитель получит свежую нормальную продукцию. Вот. Но она будет относительно дешевле, чем после того, как накручивают те же супермаркеты. Потому что если рассмотреть деятельность супермаркетов, там очень большая, вот вы вспомните, энергетические затраты. Это помещение, отопление, освещение. То есть все это ложится на продукцию. Вот я вам скажу, як споживач, чому в нас любые ринок, який починає цивілізувати, перетворюється на площу для оптовиків. Ну, тобто, от я як споживач йду на той же Анголенко, да, в частині сільгосппродукції. І я бачу там ціни зовсім не такі, які б були, як від того, хто сам виробляє. Там сидять ті ж оптовики і гілять отакі от ціни. Чому так? Наверно, точніше не оптовики, а перекупщики. Ну, дело в том, что оптовик, я их называю оптовиками, да, оптовик это другое. Это человек вырастил, привез и оптом хочет сдать. А перекупщик этот, который у него купил и продает уже по другой цене. Это большая разница. Вот. Оптовик это хорошо. Анатолий Федорович, хорошая идея. Хорошая, прекрасная идея. И я вспоминаю, что в 2013 году торгово-промышленная палата собирала фермеров. Вот. И я был тогда в числе делегации. Эта делегация отправилась во Львов, на оптовый рынок Львова, который, в принципе, по большому счету, он работает уже по европейской схеме, так как работает в Европе. Логистика, подъезды, контроль качества продукции, все там достаточно на очень высоком уровне. Когда мы туда ездили, мне понравилось, как, ну, вообще, как работает структура этого рынка. Все для людей сделано, все прекрасно. Поэтому, если, например, посмотреть, как работает рынок, оптовый рынок на Анголенко, ну, это как вот разница в 100 лет между этими рынками. Там все достаточно плохо. Я не готов обсуждать все плохие вещи, но так это работать не должно. Во-первых, нет никакой нормальной логистики там. Совершенно никакой. Достаточно немалое количество, мы их называем перекупщиками, потому что, ну, своеобразная, значит, конкуренция. Перекупщикам невыгодно, чтобы там продавалась продукция, ну, сельхозпроизводителя, потому что они могут в любой момент опустить цену. А перекупщик, он работает только вот в определенной марже, по которой он купил продукцию. Угу. Он не может ее ниже продавать, так как будет продавать в убыток себе. Поэтому выгодно, например, держать цену, скажем так, договариваться, угу, держать цену на рынке и так далее. Вот. Очень неудобная неудобная система там продажи, значит, своей продукции. В определенное время приезжают покупатели из рынков, это значит одна цена. Значит, после там 7 или 8 приходят люди. Приходят люди, которым нужно купить там килограмм или два. Оптовикам это невыгодно. Они хотят мешками, тоннами и так далее. Ну, соответственно, нам выгоднее продать несколько тонн своей продукции, скажем, дешевле, но только чтобы вот сейчас забрали это количество. Нам невыгодна розница. Поэтому вот по рынку, который во Львове, там есть и розница, там есть и опт, и это все разделено, и нет там обид никаких ни у кого, нет какой-то конфронтации между людьми. Это очень хорошая идея, очень хорошая. Поэтому... А хтось буде контролювати якість цієї продукції? Ну, я от для того, щоб якість, треба запустити цей процес, а там вже тоді буде зрозуміло, з ким ми маємо справу. От справа в тому, що настільки інертність і фермерів, я вже не раз виступаю, що є таке пропозиція, вони сидять і мовчать. Тобто таке впечатлення, що вони не знають, о чому йде річ. А от того, какие будут предложения, можно рассматривать тогда, какие необходимые действия той же администрации для того, чтобы подключить, возможно, и свои ресурсы, а возможно и канадский проект. Они готовы помогать, но они ждут, что, а кто это будет. То есть мы сегодня, вот сейчас вот выступая здесь, я предлагаю
кто слышит, пусть подключаются, звонят, их возьмут на контроль, выслушают, расскажут, что есть, какие дальнейшие действия, какая продукция, составится определенный алгоритм, и уже можно будет выходить с этим процессом и на рекламу для потребителя. Вот. Ну, что касается того, что, допустим, на Анголенко там все забито и нет разделения, я тут же сидел и понял, что мы и предлагаем сейчас. Одна зона будет, это как в виде ярмарки, где малым весом. Другую зону, два там места расположения очень больших, где можно брать туда представителей с большим весом, с оптовым товаром. Да. Ну, цікавить, як дрібний товаровиробник, да, з села може потрапити от на таку площадку для реалізації. Бо логістика, ну, це треба дуже дорого потім продати. Так? Йому невигідно привезти якусь маленьку там частину своєї продукції. Значить, по ідеї, він повинен реалізувати у себе. Там, де виробляє, там і реалізувати. Правильно? І цим користаються оці перекупники, як ви кажете, чи оптовики, я їх називаю, бо там і так, от здається. Як заставити їх, це от та ідея, що ви говорили, створити кооперативи, певно, чи якось об'єднатися для того, щоб доставляти свій товар на отакі площадки, а щоб споживач мог купувати це за низькими цінами, щоб вона не, маржа не осідала у перекупників в гаманці. Здесь есть, как на мой взгляд, есть несколько путей решения этой проблемы. Всегда будут те, которым так будет легче. Ну, они будут всегда, но среди этих людей достаточно большое количество, которые хотели бы зарабатывать, они не хотели бы отдавать свои деньги. Вот. Сейчас идет процесс объединения громад. Достаточно такой хороший инновационный процесс. И, например, наше предприятие находится на территории Широковской громады. И я вижу, что со стороны руководителя громады есть все, что угодно. Он говорит о том, что, пожалуйста, сельские производители, давайте собираться, давайте говорить об этом, давайте создавать эко-рынки, давайте создавать эко-точки у нас на громаде, давайте объединяться. Мы можем... Вот есть такой процесс создания платформ, да, когда есть, например, администрация, это органы местного самоуправления, есть производители, есть международный опыт. И когда мы из этих трех составляющих можем создать какую-то платформу и на этой платформе родить какой-то проект, скажем, вот как подобное предложение, у международных организаций или у правительств других стран мы можем взять опыт, который есть в Европе и который прекрасно работает. Здесь есть колоссальное желание и стремление у сельхозпроизводителей быть не только юридически грамотными, но и еще и не продавать свою продукцию за бесценок, организовать логистику, улучшить качество продукции и так далее. Ну и, соответственно, у органов местного самоуправления есть все рычаги для того, чтобы помочь в реалізації этого всего. Вот это и есть создание платформ. От мені здається, що треба давати реальні гроші на конкретні проекти. Вот. Розумієте? Не на навчання. Я буду сперечатися, люди в нас розумні досить. От не треба їх вважати якимись йолопами, які не можуть там щось зрозуміти, як в цій країні робити. Можуть. Але в них не вистачає з нашим національним банком грошей, щоб реалізувати ці проекти. Але донори чомусь дають саме на навчання. Буду оригінальною сьогодні. От ви позовіть сюди представителів Отрадного або Августиновки, угу. Тих, хто у себе, от рядом наші сусіди, вирощує там картофель или какие-то овощи. Но для них то, о чем мы говорим, это высокая материя. Какая-то высокая, непонятная материя. И им будет такая часть людей, которые скажут, нам проще просто взять, вырастить, выставить мешок возле двора и сказать, берите, кто хотите, вот вы нам дадите за него определенную сумму денег. И нам этого достаточно. А будут все-таки те, которые хотят что-то улучшить свое производство, вырастить не мешок, а два мешка. Хотят, чтобы у них люди работали, хотят, так чтобы поле было больше. Гроші в створення кооперативів. Це реальна допомога у тим, що виставляють два мішки. У таких 20 дворів по два мішки у кооператива буде фура. І ця фура заїде на оцю
площадку. А кооперативы прекрасно работают в Украине. Уже есть опыт создания разных ягодных кооперативов, разных овощных кооперативов. Буду заперечувати. У нас их 1206. З них реально працюют тільки 600. В Украине всего кооперативы. 1206 працюет меньше половины. Значит, что-то, как говорят, значит, что-то пошло не так. Что-то, как вы говорите, почему-то эта идея не сработала. Хотя я знаю, я изучал, опять же, на базе Широковской громады нашей, изучал вопрос создания кооператива, и мы вместе с силовой громадой рассматривали, что бы могло работать, чтобы создавать рабочие места, чтобы могло, какой бизнес мог бы работать сельскохозяйственный, чтобы вот, привлекать как можно большее количество людей, живущих в громаде, чтобы они у себя вот, могли в огородах выращивать, создавать кооперативы, чтобы и имели какие-то средства для, скажем, больше того, чем они имеют сейчас. Вот. Так вот, попадались мне довольно хорошие, прекрасные кооперативы, у которых есть в интернете много информации. Ну, они имеют право на жизнь. Но где-то, как вы говорите, ну что-то пошло не так. Что именно, я не знаю. Ну, я вот был на последнем совещании женщины-фермеров в обладминистрации, там был круглый стол. И одна из канадских представительниц, они как раз обучают программе, как на 10 сотках получать прибыль. Как что выращивать там. Я сейчас эту саму программу не буду говорить, но сам факт, что они понимают, что даже на подсобных хозяйствах можно выращивать достаточно продукции, чтобы даже обеспечить себя в какой-то мере финансами. Но для этого действительно надо учиться. Много еще играет роль, конечно, это то, что у нас очень часто меняется власть. Меняясь власть, они больше заняты тем, чтобы укрепиться в этой власти, а не думают о каких-то определенных далеко идущих планах, чтобы можно было, начиная какое-то дело, закончить уже реально. И вот так вот начинаешь вспоминать, сколько каких начинаний вроде было, по малому бизнесу, по среднему, потом сменилась власть, приходят другие. Они этого не слышали и говорят совсем о другом. Вот сегодня я считаю, что я вообще не слышу на высоком уровне о том, чтобы малый и средний бизнес, а это же и сельские выробники, имели какие-то перспективы, горизонты. Да? Сегодня только готовятся законы, по которым люди сейчас постоянно муссируют и на координационных советах, где какая-то удавка набрасывается, введение каких-то требований, которые даже ты продукцию, сейчас там законопроект готовится, которую ты продукцию должен купить у того, кто работает с НДСом. В противном случае ты не сможешь продать. Завязки такие идут, что рано или поздно уже тот же, который вырастил в огороде, он не сможет нормальным продать, потому что его уже на него навязывают определенные условия. А дальше идет кассовый аппарат. Мы сколько, начиная, я уже не знаю, лет 15-20, говорим о том, что кассовый аппарат, да, это хорошо. И я всегда его сравнивал с чем? С телефоном. У нас со всех телефоны. Как часто вы ходите телефон ремонтировать? Вот кто-то может сказать? Наверное, все скажут, да практически редко, да? А кассовый аппарат вводят и предусматривает каждый месяц его проверку. Но при этом ты должен заплатить кругленькую сумму. То есть ты тогда сможешь пользоваться. А иногда уже многие говорят, заплати сумму, и тебе никто не будет проверять, только подпишут. Что это значит? Это значит, что вводится хороший, понятный учет, и человек может этим пользоваться для себя. И в то же время можно выводить на контроль, и все будет сразу видно. Нет, обязательно надо, чтобы кто-то зарабатывал на этом большие деньги. И вот так в любой сфере начинает с хорошего, а потом заканчивает плохим. И в результате мы имеем то, что имеем. Вот. И если бы сегодня наша власть, верховная в том числе, начиная, потому что все-таки как батька руководит, так и дети живут, как в большей мере. Но сегодня мы как бы и не слышим о малом среднем бизнесе, толком ничего. На городском уровне сейчас там программу делают, на областном программу делают. Но разве можно законодательно что-то изменить, если ты находишься ниже на уровень? Ты ничего не сможешь. То есть законодавцы должны создавать приоритеты, а они создают только перепоны. Власть не может влиять, например, повлиять на супермаркет, чтобы супермаркет покупал продукцию у сельхозпроизводителя. Но она не может этого сделать, потому что
ну, это не совсем правильно. Тот же самый супермаркет, если бы покупал у местных производителей, это бы давало возможность местным производителям, скажем, увеличить количество продукции, увеличить площадь выращивания и так далее. Что-то больше зарабатывать, соответственно, увеличить количество рабочих мест. И это экономика региона, по большому счету. Но проще, например, маркету покупать у какого-то предприятия, у которого есть все документы, да, у них есть то, о чем говорит Анатолий Федорович, да, у них есть пакет документов, у них есть какие-то бумаги по контролю качества. Знову ми до кооперативів повертаємося. Були б на селі кооперативи, ця проблема була б вирішена, да, так розумію? Да, я думаю, що кооперативи, якщо б були нормальні, робочі кооперативи, вони б могли давати хорошу продукцію магазинам Запорізького краю. Все ж замкнуто на купівельній спроможності людей. Яким бізнес, а не держава, не платить гроші? А ви спочатку на українській скажу, давайте розглянемо віддільно взятого чоловіка. Він сьогодні заробив определену суму, ну, візьмемо 3600, які мінімально обіцяють. А тепер посчитайте, скільки з нього вивернули за все, за комунальне, для того, щоб ціни на прожиток, і зможе ли він гриби купити за цю суму? Ні. Тобто, значить, цього зарплати недостатньо. Но она не может быть где-то больше, а где-то совсем мало, потому что ему нужны покупатели массово, а не один, которому он заплатит. Другое дело, крупные предприятия, они что, тоже хорошо платят? Такая же логика, вот такая же логика у всех, у всего бизнеса. Но Форд зробив по-другому, так, здається, це Форд. Він для того, щоб купували його Форди, він зробив таку зарплатню своїм працівникам. Вони стали їх купувати. Їздить самі бо він працівники. Оцю цепочку... Судя по логіці от, вашого вопроса, соответственно, у мене где-то вот на производстве где-то есть мешки с деньгами, которые мы можем, которые мы где-то откладываем. Если бы не было так грустно все в сельском бизнесе, ну, меня бы тут не было, соответственно. Ну, мне бы не было интересно защищать права сельхозников, потому что у них на самом деле куча денег, вот, и это все никому не нужно и пустой разговор, если бы так было на самом деле. Вот, поэтому... Чтобы платить европейскую зарплату, для этого нужно деньги иметь, чтобы ее дать людям. На самом деле, любой бизнес, он, если это ну, нормальный, адекватный, правильный бизнес, всегда есть себестоимость, всегда есть прибыль. Если прибыль зашкаливает за 100, за 200, за 300%, и сотрудники не получают нормальную, достойную зарплату, ну, то это ненормальный бизнес. Совершенно ненормально. А чого ненормально? Так кругом. Я не на вас, не будемо тренуватися на присутніх. Я про інше. Подивимось на бізнес, на великий бізнес Ахметова. Та от ви ж бачите стиль життя, де гроші виводяться з країни, виводяться на свої потреби, а люди експлуатують як отих рабів та ішаків. Я дуже часто буваю в Європі і не раз був в Сполучених Штатах Америки. Просто люди не привыкли разбрасываться деньгами. Они знают их цену, этих денег. Они на них сложно зарабатывали. Даже те же бизнесмены, у которых миллионы и миллиарды долларов, но они не ведут такой жизни, хотя могут себе это запросто вот я про позволить. Это и кажу. Поэтому здесь еще вопрос не сколько нормально у них это или ненормально. Ну, мне сложно. Это ненормально, бо вони... Знаєте, от той ринок, вони як золоте яйце, яке саме от узнесли, вони його і порубали. Я би здесь добавив одну річ, може бути, вона така, ну, в розріз, а може і в тему. Значить, у нас, починаючи від образування государства Україна, йшло от то, о чому я говорив, правительство-смена. І кожен раз ті, хто приходили, розбирались з тими, хто до цього був. Что в этом случае порождается? Надо выводить куда-то, потому что придут другие и отберут. Да? У крупных. И сложилась тенденция, что сразу надо выводить куда-нибудь в сторону от государства Украина. Что сегодня и получается, обшоры и прочее. Америка стоит по-другому. Вот пришел Трамп,
А что, там изменились условия, там кого-то куда-то дели? Нет, у них преемственность идет, у них есть определенные экономические законы, которые не должны нарушаться. Да, есть там свои еще нюансы, но сам факт, что они не шарахаются, и поэтому у них такого нет. У нас же каждый думает, сегодня имею, завтра отберут. Ну, разными путями. Или отодвинут от бизнеса, или еще найдут, что ты что-то нарушал. Это зрозуміло. И поэтому сложилась почва, при которой нужно куда-то убирать. А не вкладывать. Потому что вложил, завтра, вы же возьмите. Сегодня вот я слышу, что рейдерскими занимаются и земельщиками. А что такое рейдерство? Ты вложил в землю, а тебя забрали, да? То есть что тогда надо? Не влаживать. Взял и вывел куда-то, и езди себе отдыхай. То есть и везде, во всех сферах. То есть, а кто с этим будет бороться? Вот кто с этим будет бороться? У нас зараз іде реформа децентралізації, до речі, яка якось оці саме питання, ну, вона вирішить, мені здається. Я думаю, що це допоможе людям рішати питання на місцях швидко і якісно. Але все буде, звісно, залежати від глав громад, которые возглавляют вот свои громады, от их личного отношения, от их личного видения, понимания. Хотя, мне кажется, многие из них живут этим и хотят, чтобы их громады они развивались, чтобы люди работали, чтобы... Ну, на самом деле, наполнение бюджета громады – это ЕСВ, это социальные внески, социальные налоги, это налоги с зарплат, которые платятся на предприятиях, зарегистрированных в громаде. Конечно, конечно. Сегодня кто из глав громад это понял, они наоборот с большим интересом привлекают новые предприятия, чтобы предприятия регистрировались в громадах, чтобы предприятия платили налоги в громадах, чтобы были условия для развития этих предприятий. Конечно же, я думаю, что это, вот, это хорошая тенденция. И я надеюсь, что объединение громад в свое время они дадут результаты и для сельхозпроизводителей. Если только вопрос будет правильно поставлен самой громаде и с руководством громады. Ну, и не только, да. Если они попадут в отношения, когда у них будут права защищать свою громаду достаточно на законном уровне, потому что у нас есть много структур, которые могут им устроить хорошую жизнь, и они просто столкнутся с тем, что нельзя, они хотят, они правы, они не могут этого сделать, всего-то навсего. Вот. І мені здається, якщо їм не дадуть землю, право розпоряджатися землями поза межами населених пунктів, тоді все заживе, тоді і ваша площадка буде наповнена тими продуктами, оті кооперативи з'являться, і все буде гармонізовано. Я вам скажу так, є такий юмор. Мені коли-то попалась стаття, і я вважаю, що це повний юмор, о том, що, значить, силовые структуры прекратили давление или там какие-то структуры прекратили давление на фермеров в один день. Чем знаменателен этот день? 100 фермеров приобрели 100 автоматов Калашникова. Вот. Ну, это юмор, но на самом деле сегодня люди устали жить под давлением, ожидать чего-то, бояться. Вот вы говорите, деньги выводятся. Ну, это простой ответ любого олигарха. Я страхую свои риски. Да, я страхую свои риски. Просто-напросто я переживаю за свои деньги, поэтому там вот где-то на Кипре они будут в безопасности, поэтому пусть лежат там. Почему я не вкладываю в предприятие? Ну, скажем, оно и так пока работает, пока что оно еще не взорвалось, не умерло, там, пока что надо выводить. Подождем, придет время, что будет дальше. Да, придет время, вложим тогда, подождем, посмотрим. А время, подождем, посмотрим, оно уже закончилось, уже что-то делать надо, уже развивать надо. Так вот, может быть, и объединение громад, это ну, что-то, какой-то толчок даст людям. Я говорю, люди перестали, уже надоело людям бояться, надоело. Они уже хотят, ну хотят что-то делать, продавать, уже они смотрят на Европу, смотрят, что там законы работают, все этого хотят. На самом деле, поэтому, ну, я думаю, что должно что-то поменяться в этой стране. Будем оптимистами. Единственное, что плохо, что так медленно это происходит. Мы можем потерять кадры. Просто молодежь опытная, грамотная, уходит. А мы все ждем, когда что-то улучшится. А это не Может, очень... все станется одночасно, одномоментно. Будем сподеваться. Надо напрягаться. Як в інш... Дуже.
Так, я бажаю вам, щоб все сталося у вас, щоб площадка ця заработала, щоб фермери приїхали, щоб у вас бізнес процвітав, щоб громада процвітала, де ваш бізнес. І щоб була оця смичка, так, села з місцем, де живуть такі, як я, споживачі, які мріють про дешеву, вкусну продукцію вашу. Екологічно чистою. Многие конкуренти питаються, кого то это самое, так слышится разговоры, там, Вознесеновский уже не работает. Я хочу сказать, что работал и будет работать в новом, так сказать, лице. Поэтому, я думаю, всем будет выгодно там и покупать, и продавать. Будемо сподіватися. Да. Дуже дякую вам. Спасибо. Увага всіх сільгоспвиробників! З нагоди різдвяних та новорічних свят ринок Вознесенівський відкриває площі для торгівлі продуктами харчування та сільгоспереробки. Ця послуга безкоштовна для запорізьких товаровиробників. Скористайтеся прекрасною можливістю реалізувати свій товар та порадувати запоріжців привабливими цінами. Телефони для довідок ви бачите на екрані.